Добрый день, уважаемые отдыхающие. Приехали мы сегодня в Витязево отдохнуть в пансионате «Селена». Находится он на Пионерском проспекте 249А. И телефоны для контакта. При въезде слева и справа есть парковки. На вахте попросить, опустят замки. На оформление можно поставить автомобиль, пройтись и оформиться. По диагонали через дорогу у пансионата есть своя парковочная площадка. 75 парковочных мест разлинованных. И рядом еще на зеленке, там еще где-то порядка 50 автомобилей можно поставить. Поэтому со своими автомобилями можно смело приезжать, есть где припарковать их. Территория охраняемая, парковочная. Здесь буквально метров 100, наверное, от самой «Селены». Вот такая зеленая вывеска. Автостоянка пансионата «Селена». Слева здесь столовая. Мы еще пройдем, там снимем. Вахта. Ну и идем на заселение, на ресепшн. Здесь сувенирная лавка. Это экскурсии можно заказать. Территория у пансионата небольшая. Вот служба размещения. Идем, оформляемся. Ресепшн. Здесь лобби-бар. Зелень немного. Территория небольшая, но ухоженная. Разместили нас в 5-м корпусе. Идем, заселяемся. Выдали вот такой вот браслет. Здесь же сразу у нас лобби-бар есть. Территория удлиненная, 5 корпусов. Есть свой бассейн, бассейн подогреваемый. Номера уютные, благоустроенные, чистые. Здесь же есть даже парикмахерская. Никуда не надо будет бежать, если кто-нибудь отрастит волосы. Детские принадлежности для развлечения есть. Игровая площадка импровизированная. Медпункт. И сразу мальчик что-то уже хочет. Все, осень. 20 сентября. Массаж здесь есть. Можно сделать. Народ практически, основная масса вся разъехалась. Отдыхающих уже мало. Суеты нет. Толкотни нет. Но тепло. Сейчас на улице 31 градус. Вот огорожен бассейн. Все мероприятия проходят на бассейне.
сейчас зайдем туда. Заселили нас в пятый корпус, третий этаж, 5304. Вот такой вот номер. Кондиционер, холодильник, столик, тумбочки, кресло, кровати три, ну они раздельные, матрас не общий, шкаф, полотенца, подушки, одеяло, чайник. Ну, столовые принадлежности. Холодильник чистый, рабочий. И вид из окна. Вид из окна. Игровая площадка. Не знаю. Пройдемся, посмотрим. Баскетбольная площадка. Тоже пройдемся, все поснимаем. И море. Даже вон из окна видно море. У нас корпус крайний. И попрошу разрешения снять с торца. Видно море. И там большие балконы и большие номера. Все аккуратненько, все чистенько, все уютненько. На каждом этаже стоит гладильная доска и утюг. Поэтому можно выйти всегда погладить. Вот такой бассейн. Здесь же кафе-бар-терраса. Можно напитки, чай, соки, кофе заказать. Здесь же посидеть можно возле бассейна. Раздевалки, душевые, туалет. Косметологический кабинет. Кошка на отдыхе. Немножко прошли, и опять кафе. Кафе театральное. Так, сверху мы видели детский бассейн с горочками. Здесь же рядом сцена, выступают на ней. Вечерние развлечения какие-то. Раньше в селении этого не было. Сделали. Территорию немножко расширили. Я вначале сказал 5 корпусов. А на самом деле 7 корпусов. Сейчас вот температуру покажут. 26 градусов температура на улице. Время уже без 25. Немножко понизилось. Столики, стулья.
здесь настольные игры, дети играют. Игровой комплекс «Веселый остров» для детей от 7 до 12 лет. Резиновая крошка на полу, не обдерутся, не поцарапаются, синяков не насадят. Лабиринт детский. Тренажеры уличные, площадка баскетбольная, тоже с резиновой крошкой. Теннисный стол, бильярдные столы, аэрохоккей. Бильярд платный, 300 рублей час, это 12-футовый стол, 10-футовый 250 рублей час, аэрохоккей 50 рублей жетон, ну а это штрафные санкции. Кондиционер есть, два кондиционера, когда жарко, здесь прохладно. Вот такая территория. Здесь выхода нету. Кто с детьми приезжает, вообще отлично. Далеко бегать не надо, площадь небольшая. А где ребенку поиграть есть. Это развлечение на день. Аниматоры. В пятом корпусе, в котором нас разместили, есть тренажерный зал. График работы с 9 до 9, перерыв с 12 до часу и с 6 до полседьмого. Групповые занятия, расписание. Здесь же солярий, туалет. Зал хороший. Здесь же есть детская комната рядышком. С 9 до 9. Обед, ужин. Здравствуйте. Можно маленько снять визуально? Да, и в принципе это наполненная она у вас, не пустая. Некоторых просто, знаете, обозначено, знаете, что детская комната, а здесь, да, есть. У нас игрушки, и пазлы, и рисование, и пластилин. Детям чем заниматься. Да, и все-все-все есть. Понятно. Приятно. Да. Всего доброго. До свидания. Хорошая детская комната. В принципе, территория ухоженная, тренажерный зал хороший, детская хорошая, бассейн чистый. Замечательно. Сейчас еще сходим на пляж, посмотрим, как территорию облагородили на пляже. Может, этот вот торцевой
шестой корпус, а справа вот седьмой корпус. В седьмом корпусе номера как раз с видом на пляж, на море. Хотя есть номера, которые не на море. Программа перестанет работать. Здесь что хорошо, вот вышел за территорию и все, начинается сразу песок, бархан, сейчас только перемахнем и будет сразу пляж, песок мелкий. Вот он, песочек мелкий-мелкий. Это и есть лечебные пески Анапы. Это вот все песочек, мелкий песочек. А вот они, эти корпуса, которые с видом на море. Вот такой большой балкон. И вид на пляж сразу. Это вот седьмой корпус. Так что, если выбирать, то выбирать седьмой. Красота! Прямо, если выходим, у нас пляж Паруса, а вот чуть левее пляж Селены, территория огорожена, благоустроена. Есть и шезлонги, и навесы, и спасательная вышка, и медпункт, и спасатели есть, и здесь же кафе есть. Можно заказать также напитки, воду. Чай, кофе, купить что-нибудь дополнительно. А так в основном все включено. Я тоже не хочу. Я тоже хочу. И песок, 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 песок. Это вот туалет. Не надо бегать по кустам, не надо бегать по барханам. Взял, сходил. Здесь же раздевалки есть вот на территории. Вон там вдалеке город, это Анапа. В принципе, все рядышком. Селена, пляж Афалина. Шезлонгов много. Пляжные полотенца в номере лежат, в шкафу. Вечер, море, солнцем освещено, красиво, уже убирают, складывают. Вода, конечно, уже 23-24 градуса, относительно прохладная, хотя купаться еще будут и в ноябре. Это вот все. Вон до той вывески. Это пляж Селены. Шезлонги вон, все подписаны Селена. Сегодня? Почему? Сейчас посмотрим, что-то. Конечно, суеты нету. В это время года уже народ весь в основном разъехался. Тихо, спокойно. Без кипиша. И море сегодня спокойное, не штормит. Вот такая красота. Здесь вот бар, напитки, кофе красиво готовят, оформляют с листиком, с веточкой. Зал дальше вот большой, потом зал детский маленький. И есть второй зал наверху по лестнице, еще выше. Потом в него поднимусь.
Сейчас пока отсюда снимаю. Пришли на ужин. Что-то народу много. Столько не видел людей, сколько здесь бегает. Второй этаж такой же большой. Такая же площадь большая. Седьмой корпус. За седьмым корпусом вчера искал турник, и мне подсказали, что пройдите, говорит, за седьмой корпус, там есть площадка спортивная. Вечерком уже зашел, снимать не стал, так как освещение было совсем плохое, но тем не менее спортивная площадка неплохая. Часы работы с 7 до 10, до 10:30. Вот такая спортивная площадка. Помимо тренажерного зала можно на воздухе позаниматься. Очень много турников. А вот так вот выглядит площадка вечером. Сейчас будет развлекательная программа какая-то для детей. Баскетболисты также продолжают бросать мячи. Ну и в теннис играют. Вечерняя жизнь. Как? Ну вот так. Ему золотую звездочку, не мне. Так, а райдер меня не поругает? Нет. Точно? Точно. Он только еще угорит, тогда Костя давай тебе по золотой звездочке. Ура! И кто самый внимательный и громко мне скажет, какой счет? А это наиболее сознательные люди делают утреннюю зарядку. Ну все, заключительный наш день. Отдохнули 2 дня. Отдых замечательный. Питание хорошее. Персонал отзывчивый. Аниматоры занимаются. Пляж шикарный. Песок. Это как раз тот вариант, который называют анапские лечебные пески. Сейчас сдаем номер. И собираемся домой. И в следующий раз уже посетим новое место. До новых встреч. Всего вам доброго.